О движущей силе горячего пара ученые знали еще в древности, однако его использование началось лишь в новое время. Эксперименты и идеи XVII и XVIII веков достигли своей вершины в замечательных творениях инженеров начала XIX века. Усовершенствование универсальной паровой машины создало возможность самого широкого ее применения. На воде пароход, на суше паровоз внесли революционные изменения в общественный транспорт. Начиная с начала XIX века шло непрерывное усовершенствование паровозов, превратившихся в незаменимое транспортное средство для пассажирских и грузовых перевозок. Но уже с середины XX века их постепенно начали вытеснять сначала появившиеся тепловозы, локомотивы с дизельным двигателем, а затем и электровозы, которые стали занимать ведущее положение. Однако и по сей день на некоторых железных дорогах Земли можно встретить немало этих пыхтящих железных коней. Паровозы превращают тепловую энергию в энергию движения, то есть энергию вращения колес. В топке сжигается уголь, горячие газы дыма поступают по трубам в паровой котел. Здесь дым на своем пути к трубе отдает тепло воде, окружающей трубы парового котла. При этом вода превращается в пар. Пар отводится в паровую машину. Линейное движение поршня паровой машины посредством шатуна преобразуется во вращательное движение колеса.